Всем привет! Сегодня я вам представляю айсберг Есмана, который я делал полчаса. Не ну а что, зато честно. А инфу я про него искал примерно 2 дня. Это максимум, что я смог найти, потому что после того, как он скрыл все свои видео, искать информацию про него стало в 10 раз сложнее. Приятного просмотра. Верхушка айсберга. Есман. Это первое название канала. Анимации. Ну тут без комментариев, смотрите сами. Ну нахер. Провокации. В течение всей своей первой эры Есман унижал других людей. По типу «Привет, я Есман, и вы пидоры, и лови секс, или я спиздил видосы, вы все дауны, и Егоров, или спидоры, и ЧСВ». Таких примеров много, но как я уже говорил, он скрыл со своего основного канала все видео, и мне пришлось брать видео с его других каналов. А про них чуточку попозже. Молодой Трипли. Это еще одно название, когда Есман переименовал свой канал в 2020 году, если я не ошибаюсь. Скорее всего, это случилось потому, что его просто засрали. Рыбы мемы. Вот вам несколько отрывков. Упражнение петушок. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч. За что, блядь? Второй канал. Практически ничего о нем не известно, кроме того, что Есман публиковал туда видео, похожее на те, что он публиковал на свой основной канал. Диана. Всем привет, это я, Есман. Сегодня видео не бу... Что со светом? Только не сейчас. Группа ВК. Она, кстати, все еще работает. Но в постах есть единственная картинка, под которой Есмана унижают. Ну дефолт, что могу сказать, середина айсберга. Возраст. Возраст Есмана в 2019 году составлял 12 лет. Значит, сейчас Есману примерно 16-17 лет. В лыге. После анимации Есман решил снимать на канале «Молодая Трипли» влоги, хотя анимации никуда не делись. Сайты мамки. Просто прикольная находка в компе Есмана. Реальное имя. Есмана в жизни зовут Роман Александров, и он живет в Москве. Не знаю, зачем вам эта информация, но пусть будет. Есман знает про рыбу. Это подтверждается тем, что он оставил комментарий под худшим моим рипом. Фан-канал. Существует по крайней мере один фан-канал. Его название Есман Говнович, и там публиковались мемы про Есмана, к примеру тот, что я вам показывал. Инстаграм и Фейсбук. Ныне удаленные соцсети Есмана. Ничего о них не известно, кроме того, что они существуют. Вторая группа ВК. Там нет ничего интересного, кроме 19 однотипных картинок и одного сообщения от Есмана. Две страницы ВК. Одна из них — это та, которую я вам уже показывал. А вторую я потерял во время записи этого видео. Дно айсберга. Lost Media. Большинство видео Есмана потеряно, остались только видео из перезаливов. 10 каналов. У Есмана как минимум есть основный канал, второй канал и 9 дополнительных каналов. Эти каналы — это Есман Антис Метеор, Есман Саул, Есман Дарк Саул, Есман Инверт, Есман Гамер, Есман Чаес, Есман Пауэр Саул, Есман Антигрифер и Есман Ливи. Почти у всех этих каналов есть аватарка, шапка, интро и аутро. Джайс знает Есмана. В его группе написано, что Джайс — это его друг, но эта теория может опровергнуться, считая то, что он написал Есману в комментариях. Хотя скорее всего Есман просто считает Джайза другом. Почему Есман перестал снимать видео? Тут есть довольно много вариантов, и все они могут быть правдой. Первая теория — ему просто надоело снимать видео, и он решил уйти со всего интернета насовсем. Вторая теория — он просто завел новый канал. Третья теория, самая ужасная, но она тоже может быть правдой. Из-за наплыва хейта Есман не выдержал и покончил свою жизнь с...
Ну вот и все, я разобрал все пункты айсберга Исмана. Если вы хотите что-то добавить в айсберг или просто порассуждать, почему Исман перестал снимать видео, то не стесняйтесь писать свои предложения в комментарии. Ну а с вами был Пишутин. Всем пока.